Наша партия подтверждает свою позицию о том, что так называемое решение Конституционного суда от 4 марта о возвращении народу права выбирать президента является обманом. Если властям не понравятся результаты выборов, они их отменят, поступая так же, как со всеми подарками, которые они сделали народу в 2016 году. Потому единственный выход – свержение олигархического режима и возврат власти народу путем досрочных парламентских выборов. Кандидат нашей партии на должность президента Дмитрий Чубашенко обязуется распустить парламент и назначить дату досрочных парламентских выборов. А если власть попытается помешать этому, прибегнув опять к разного рода юридическим уловкам, наша партия вместе с народом докажет олигархическому режиму, что происходит с теми, которые плюют на свободное волеизъявление граждан.